Ребята, всем привет! Сегодня мы нарисуем еще одну объемную фигуру по клеточкам. Рисуем внимательно, как на видео, повторяем за мной. Нам понадобится линейка. Две по диагонали клеточки. Тут две по диагонали клеточки. Две вверх. Тут две вверх. И тут две вверх. Соединяем. И тут соединяем. Вот тут одну клеточку пополам. И тут одну клеточку пополам. Соединяем. Так, теперь вот отсюда по диагонали две клеточки. Раз. И отсюда две по диагонали. Две вверх, тут две вверх, и тут две вверх. Соединяем тут и тут. Опять так же, вот отсюда по диагонали две клеточки. Тут тоже две клеточки. А эти соединяем тут. Раз. Два. Повторяем. Только тут одну клеточку рисуем. Потом поймете почему. Тут две. И тут две. Соединяем. Вот отсюда две клеточки рисуем. Тут соединяем. Две вверх. Тут две вверх. Соединяем. Тут по диагонали две. Тут по диагонали две. Одну вниз. И тут соединяем. Так, пока тут оставим. Рисуем внизу. Находим середину тут и середину тут. Соединяем. Две вверх. Две вверх — это значит вот тут посередине. Тут две вверх — тоже посередине. Вот тут. Тут мы соединяем. Рисунок очень сложный, поэтому делаем внимательно. Вот тут соединяем. И тут соединяем. По диагонали вот тут посередине тоже две клеточки соединяем. И вот эти соединяем. По диагонали две. Две наверх. Тут две наверх. Соединяем. Тут мы соединяем посередине. Вот тут две клеточки по диагонали. И тут две клеточки по диагонали. Одна вниз. И тут соединяем. Если не успеваете, ставьте на паузу. Дальше мы рисуем. Тут опять посередине берем тут, посередине тут, две клеточки. Наверх две. То есть тоже посередине вот тут. Тут посередине тоже две клеточки. Тут соединяем. Тут соединяем. Тут посередине две. И вот тут посередине. И соединяем тут и тут.
И вот тут соединяем. Теперь самое сложное. Тут надо будет соединить. Вот тут поднимаем, поднимаемся одной клеточкой вверх. По диагонали 2. Тут по диагонали тоже 2. Тут по диагонали тоже 2. И тут соединяем. Одну вниз. Тут 2. Вниз. И одну по диагонали вот тут соединяем. Посередине одна клеточка. По диагонали. Вот тут посередине. Две клеточки. Тут по диагонали. Тоже 2 клеточки. Вот тут по диагонали. Тут посередине тоже 2 клеточки. И вот тут соединяем. Вниз 2, значит тут посередине. Тут 2 посередине, вот тут. И вот тут соединяем. И вот тут соединяем. Теперь тут посередине соединяем. И вот тут соединяем. И вот тут у вас должна получиться звездочка. Вот такой рисунок должен у вас получиться. Теперь разукрашиваем. Можно любым цветом. Я выбрал, как обычно, зеленый, желтый и красный. Вот такой объемный рисунок у нас получился. Если кому понравилось видео, подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч. Пока-пока. А также не забываем смотреть видео, которое у вас на экране. Это раз, два, три и четыре. Все, пока. Пока.